Смотрите, у шарика один глаз? Что? И у квадрата один глаз? Что? Ай-яй-яй, кто-то на меня бежит. Посмотрите, даже у бронированных по одному глазу. Что происходит? Ребята, а это кто? Это одноглазый босс, и он за нами теперь гонится. Привет, ребятки, меня зовут Спуди-Дуди-Ду, это новое приключение красного шарика. Одноглазый монстрик. Также у нас одноглазый даже шарик. Ну что ж, погнали сражаться, ребятки. Так, а ну-ка его так, бабамс. Отлично. Первый готов. Теперь вот эту вот палку сюда. И поехали. Поехали, поехали. Вот сюда мы все приехали. Теперь осталось покрутить, повертеть. Все. Так, опа, вот он чудик, а ну-ка и подойди, все, с ним мы, ребята, справились, отлично, давайте заберемся повыше сюда, и нужно теперь покрутить вот это дело, так, опа, есть, и мы теперь наверху, эх, здорово. Ну что, катимся дальше. Так, эх. О! Она даже не шелохнулась, эта штука. Это как так? Вау! Это ж надо было как-то вовремя. Ребята, что у нас за падение все время? Так, ну поехали. Поехали, поехали. Так случилось. Опа. Так, а ну-ка, кто сильнее, я или этот квадрат? А ну-ка. Ты чё? Я сейчас... Ага. Мы оказались, ребятки, намного круче, чем эти монстры. Это хорошо. Так, стоп. Все. Куда его там затягивает? Ой-ой-ой. Лучше этого не видеть. Бам! Ого! Вот это мы попали. Так, кто тяжелее, я или ты? Так, вот это он тяжелый. Этот квадрат, прямо не можем его столкнуть. Смешно. И теперь вот так вот. Ульк! И почему это мы не допрыгнули? Разве мы плохо разогнались? Ну, может быть, ребятки. Так, тихо. Плавающий ящик, аккуратней. Опа. Нет, я лучше спрыгну. Так, стоп. Стоп. Все, фух. Вот давайте еще это туда скинем. Будет он плавать. О, теперь у нас тут два ящика. Как я между двух ящиков проскользнул-то? Ага, споймался монстр. Я тебя раздавлю. Ого, что это за аттракцион? Вау, прикольно. Ого. Интересно. Сейчас мы кое-что попробуем. Так, ну-ка. Вот так вот назад. Так, смотрите-ка. Эх, почти. Тут можно как-то так прыгнуть, интересно. Ай, ну точно не так. Все, ладно. Давайте как-то по-обычному. Есть. У нас получилось, ребятки, получилось. Я почти на него допрыгнул. Наверное, придется это делать с вот этой вот тележки. Так. Эй, ты чё? Почему мы до него не достали? Как такое может быть? Так. Все, флажочек. И давайте это все дело так вниз. Вон два монстра целых. Есть, мы их всех полопали. У-ху, мы справились. Так, а что это тут?
Она что, мне назад не вытолкнет? Ну вытолкнула же, в чем мы тонем-то? Так. Опа. Опа. Смотрите, как я сейчас этого рогастика обману. Опа. Теперь он свалился в воду. Ребятки, ну на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наше приключение, точнее просто эту серию. Конечно же, в следующей серии будет сражение с новым боссом Циклопом. Я надеюсь, вам понравится, так что ставьте заранее лайки, чтобы оно вышло как можно быстрее. И всем пока-пока, ребятки. Вы самые крутые. Thank you.
Thank you.